Турнир по греко-римской борьбе проводится ежегодно. Традиционно он проводится в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». На чемпионат съехали спортсмены со всех городов республики, а также с Оренбургской области. Всего было представлено 14 весовых категорий, и в каждой из них ожидалась упорная борьба за призовые места. На церемонии открытия присутствовал глава администрации Борис Беляев. Он поприветствовал спортсменов и пожелал участникам турнира настоящей спортивной борьбы. Я хочу поприветствовать еще наших борцов, наши муниципалитеты, которые откликнулись на наш турнир и приехали в наш город для того, чтобы проявить, показать себя. Дорогие борцы, добро пожаловать в Кургана. Сегодня мы имеем прекрасные бои, сегодня и завтра. Мы увидим, как вы стремитесь быть сильными, смелыми. Также на церемонии открытия присутствовали почетные гости. Первый заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Павел Муслимов. Один из основателей греко-римской борьбы в городе Кумертау Николай Кашников. А также президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан Рафис Садыков. Кумертау имеет очень большие и хорошие спортивные традиции. Имеет очень хороших много тренеров. И вот результаты этой работы... Результаты вот этой деятельности из города Кумертау, представляющего Республику Башкортостан, выступает много спортсменов. На открытии было отмечено, что в Кумертау большое внимание уделяется развитию опорных видов спорта. Напомню, 8 июля 2016 года Министерством молодежной политики и спорта было заключено соглашение по развитию опорных видов спорта в нашем городе. Соглашение предусматривает развитие базовых видов спорта, как материально-техническое, так и в виде дополнительного обучения тренерского состава, содействие в праве проведения республиканских соревнований и многое другое. Этот турнир доказал, развитие греко-римской борьбы продолжается. Тому факт подтверждения большое количество спортсменов. По окончании торжественной церемонии открытия прошла разминка борцов, после чего начались двухдневные соревнования. Победителем весовой категории 63 килограмма стал кумертаусец Роман Шарафутдинов. В финале он одолел также кумертаусца Ислама Хасанова. Всего же кумертауские спортсмены на республиканском турнире по греко-римской борьбе на призы главы администрации завоевали одно первое место, 7 вторых и 6 третьих места. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».